Уже ближе к полудню в Сургуте у мемориала Славы прошел торжественный митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Почтить подвиг погибших по традиции собрались ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и первые лица муниципалитета. Горожанам есть кем гордиться. Из Сургута и района защищать родину ушли 2500 сургутян. Больше 1000 солдат домой не вернулись. 22 июня – это день останется в жизни на всю память, на всю оставшуюся жизнь. Это, значит, вероломно напал, значит, так вот, на Советский Союз, Германия, объявили, значит, так вот, что война, идет война, демобилизация. Всех сразу, значит, так, военкомат приглашает, значит, так, отправляет эшелонами, значит, да. И с этого дня начался самый тревожный день жизни каждого человека нашей Родины. Новый дизайн, удобный формат, актуальные новости. Будьте с нами в центре событий.